И о спорте. В Дагестанском государственном центре боевых искусств с юными тайбоксерами встретился трехкратный чемпион мира среди профессионалов и легенда российского муай-тай Арслан Магомедов. Все подробности в сюжете моего коллеги Камиля Девятова. Смотрим, заставляем. Колоссальный опыт и мастерство легендарного спортсмена никуда не делось. Арслан после завершения спортивной карьеры основал свой собственный боксерский клуб в Австралии, где он сейчас живет и тренирует. В Дагестан спортсмен приехал повидать родителей и не мог не зайти к юным тайбоксерам. Ведь ему есть что рассказать о боях и громких победах. Когда вы сюда приходите, всем сознанием вы должны здесь быть. Когда вы делаете бой с ними, перед вами должен быть ваш соперник. Понимаете, вы не можете просто с пустой головой так делать бой с тренером. Вот так только чемпионами становитесь. Я вам говорю ту школу, которую я прошел сам, своим опытом. Где-то упал, где-то кого-то сам уронил, сам научился. Трехкратный чемпион мира показал много тонкостей, на которые мало кто акцентирует внимание. Но они могут решить судьбу поединка. Не смотрите, мы не просто ударили и загружаем, мы все блокировали, все, я в порядке, мне хорошо. Он ничего не смог мне сделать. У нас сейчас другая задача. У нас задача, он ударит, я зашел, и я проблему создаю здесь. Иду вперед. Я не могу и я не умею. Это то, что боец должен преодолеть, выбросить из своей головы, и тогда юные спортсмены придут к большим победам, утверждает Арслан Магомедов. Самое главное дух, самое главное фокус и дисциплина тренировки. А комбинации, это все приходящее и уходящее. Это не важно, я думаю. Важно, как твой подход к тренировку, к тренировочному процессу. Вот это очень важно. В тренировочном процессе ребята учатся и могут допускать ошибки. Титулованный гость с каждым успел поработать индивидуально и помог исправить упущения. Вы все стоите и принимаете просто вот так. Это очень опасно. Вы там поедете с тайцами драться, они ваши ребра просто соберут. Когда приезжают такие, как Арслан Магомедов, Камран Набати, и такие спортсмены именитые, конечно, это стимул. Это приятно, это дух. Они поднимают дух, и у них желание, конечно, появляется тренироваться. Арслан Магомедов пожелал ребятам побед как в ринге, так и за его пределами. И пообещал встретиться с ними через год. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.